Некоторые врачи поддерживают решение властей о введении чрезвычайного положения. Говорят, нужно снижать нагрузку на больницы. А мэры городов, в которых еще раньше был объявлен красный код, утверждают, что дополнительные ограничения дали результаты. Снизилось число заражений коронавирусом. Ежедневно в больницу скорой помощи в Кишиневе обращаются около 250 пациентов, и многие из них оказываются зараженными COVID-19. Из 160 коек 60 в реанимации, и их не хватает. Врачи надеются, что с введением чрезвычайного положения в стране удастся остановить рост числа инфицированных. Мы не реферим на диверсия методики рестрикции, которые артебиса фи интродуся на чемай апропиат тимп. Și care să aducă la ruperea lanțului de transmitere a virusului. Este foarte important, deoarece noi, ca asistenți medicali, ca medici, foarte greu ne este cu pacienți să luptăm. Vin foarte mulți oameni și la policlinică, la spitale, pe afară, chiar și aici. Depinde și de pacienți. Среди популяции, да, кус респекте, спорте, маска, пистито, да, кабонави, карисун, болнави, успея, касса. В некоторых районах Молдовы, в которых еще раньше был объявлен красный код, уже есть опыт дополнительных ограничений. Местные чиновники говорят, что эти меры дали хорошие результаты. А если ограничения будут введены повсеместно, то можно надеяться на улучшение ситуации. Мои пациенты казали, что это инфектарий. Ну, вариант, когда мои пациенты в ультимили 14 зели, когда мои мульти, мои мульти казали. Содаториазны и рестрикции, которые au fost impuse de către Comisia Situației Excepționale Teritorială. Тем временем в стране началась кампания по информированию населения. Спасатели также установили 15 антиковидных палаток, из которых 7 в людных местах в Кишиневе и по одному информационному пункту в Страшенском, Дубосарском, Унгенском, Фалешском, Сорокском, Левском, Вулканежском районах, а также в Бельцах и Гагаузии.